Рабочий день в Центре управления регионом начинается с этого информационного табло. Аналитики учреждения изучают поступившие жалобы, а после приступают к решению проблем. Главной задачей Центра управления является сокращение жалоб жителей по самым острым вопросам. Аналитики учреждения находятся на прямой связи с исполнителями, а потому многие проблемы, которые раньше решались больше недели, теперь устраняются в течение 3, а то и 1 рабочего дня. Мы сможем облегчить вот этот диалог между теми же самыми управляющими компаниями, теми же самыми руководством. То есть мы будем быстрее будем доводить все проблемы до непосредственных исполнителей. Изучив жалобу, аналитик связывается с представителем организации, которая должна решить тот или иной вопрос в кратчайшие сроки. В муниципальном центре управления регионом работают 18 сотрудников, которые распределены по 4 специализированным блокам – дороги, энергетика и ЖКХ, медицина и образование. Самый крупный блок – энергетика и ЖКХ. Там трудятся сразу 8 аналитиков, которые получают информацию как в социальных сетях, так и у надзорных органов. С региональным оператором также мы поддерживаем связь. МОСОБЛ ЕРЦ, фонд капитального ремонта, а также надзорные органы, в том числе Госжилинспекция, Госомтехнадзор. Ну, то есть со всеми органами, которые могут предоставить какую-либо информацию. Концепция учреждения емко изложена в 3 фразах. Не допускаем, быстро решаем, все знаем. Первые итоги работы муниципального центра управления регионом подведут к Новому году. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ.